сколько можно? Скажите, пожалуйста. Который раз будут окна вставлять уже? Люди добрые. Детки наши в школу сегодня не пошли. Сил больше нет. Дело это сволочи, будут отвечать за все это. Вот только так, больше один. Но... Они собираются нас реинтегрировать, непонятно. Вот так вот, туда, в Украину. С 5 утра начался обстрел. Сейчас вот вы можете тут проехаться, картина ужасная. Скажите, ему... Вахрушева, Макаренко, Лузина, Корабельная, Кремлевский. Хотят выжить нас отсюда. Хотят выжить. Они знают прекрасно, что у них этого не получится. Мы сильный народ. Мы до последнего будем стоять. Просто мучать себя и нас не надо.